Школы республики получили в канун Нового года 31 новый автобус. Они выйдут на маршруты в следующем году. Эти новые желтые автобусы пришли на замену старым. Их направят на маршруты, где расстояние между населенным пунктом и школой больше 10 километров. Вместимость 23 пассажира. Такой транспорт получили 11 муниципалитетов республики. Два автобуса отправились в Шумерлинский район. Людям в удовольствие будет работать на новой технике. В преддверии Нового года получить такой подарок – это прекрасно. Ага. И для детей хорошо. Очень рада. Только в этом году для общеобразовательных организаций республики приобретено 46 школьных автобусов на сумму 95 миллионов рублей. Из них 31 автобус за счет федерального бюджета, 15 на деньги республиканского. Теперь в планах обеспечить транспортом и дошколят. Мы уже для себя приняли решение в школах, ввиду того, что у нас многие школы уже с детскими садами идут комбинированные, аналогичную схему доставки детей мы запускать будем со следующего года и для детей детских садов. Потому что, очевидно, ведь эти автобусы нам, наверное, скорее всего, так и не разрешат их сажать, поэтому отдельные маршруты надо будет делать. И такая задача стоит, потому что мы видим, что дети с деревень, для них требуются детские сады, логистика далекая и, очевидно, лучше, чем строить, проще обеспечивать их транспортом. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.